На этой неделе в Самаре стартуют партийные дебаты для участников праймериз «Единой России» перед выборами в Государственную и Губернскую думы. Напомню, они состоятся 18 сентября. До этого все кандидаты от партии власти должны принять участие в предварительном голосовании и политических дебатах. В эту субботу заявлены следующие темы дискуссии. Борьба с коррупцией и расточительностью, обеспечение открытости власти и эффективности бюджетных расходов. Среди участников дебатов, исполняющий обязанности секретаря отделения партии Игорь Станкевич, первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев, его коллега депутат Виктор Казаков и проректор Объединенного Самарского вуза Виктор Кузнецов. Дискуссии будут проходить по выходным вплоть до 15 мая. Предварительное голосование состоится спустя неделю. Итоги праймериз подведут на Большом съезде партии в Москве и только после этого определят кандидатов в депутаты. Сейчас в списке претендентов от «Единой России» более 40 человек, и прием заявок продолжается.